20 февраля в Доме культуры «Рассвет» состоялся открытый городской фестиваль военно-патриотической песни «Летят журавли». Посвящен он был Дню защитника Отечества. Цель такого мероприятия – это духовно-нравственное, культурное и патриотическое воспитание молодежи. В фестивале приняли участие исполнители ансамбли в возрасте от 7 до 21 года. Атмосфера была торжественной. В ходе открытия фестиваля почетные гости праздника поприветствовали участников и гостей фестиваля и пожелали конкурсантам успехов и побед. Подобное мероприятие мы уже проводим больше 10 лет. И воспитательное значение вот данных мероприятий переоценить сложно, потому что это огромное патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. Это, безусловно, наши школьники, наши студенты. Творческие коллективы со всех школ представили произведения на тему «Великая Отечественная война» и «Любимая Родина». Учащиеся с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях. Такие мероприятия, они раскрывают как бы таланты детей, они нужны и важны также в нашем городе. Я стараюсь как можно больше принимать в таких участие в таких конкурсах, потому что, ну, во-первых, получаешь такой заряд бодрости, как-то соприкасаешься с историей в некоторых песнях и все-таки доказываешь молодежи, что через песню можно прочувствовать и историю, и вот дух русского народа. Такие фестивали позволяют творчески проявить себя и больше узнать особенности культуры своей родины. В ближайшее время в Кумертау запланировано еще несколько мероприятий подобного рода.